Ни хаума, дэш. Я Крумбай Жан. Я пришел за вами. Дэш. Йо-йо, дэш. Дэш. Тукс. Тукс. Дэш. Окей, ладно. Ну, просто сказать, как меня зовут, да? И то, что вот, там покушать сникерсы. Там покушать сникерсы. Вот. Я школьник, да? Я учусь в школе. 12 класс. Да. Не, серьезно, что сказать? Ну, а там Жан. Меня зовут Жан. Меня осы лицейным телегом. 2018-ге бітірдім. То есть я сейчас хожу примерно в топ-4, топ-3 пока сану. Ну, по текущему рейтингу. С моим классом, то есть до КТЛ я всегда занимался там всякими штуками программными, то есть компьютерными вещами. Меня очень как бы увлекало всякие компьютер-технологии, компьютеры вообще. Программ, быть каким-то разработчиком, программистом. И по приходу в лицей я выбрал математику, информатику. И в конце концов меня зачислили на информатику. Вот. Но я, мои отношения не было таким прям сильным к олимпиаде, чтобы там готовиться в 7-8 классе. Я просто приходил, там, не знаю, клуб Джордо, да, там с обишками общался, там на всякие активити, хавчик. Вот. И в 7 классе я пришел на КБО финал. И я не взял место. Было жестко обидно, по идее. В 8 классе я приехал обратно и не взял место. Это было еще больше обиднее. То есть 2 года приезжаю, 2 года не беру место. В 9 классе меня отправили на областную олимпиаду, где я жестко почувствовал ответственность, начал готовиться прям сильно, усердно. И, ну, к сожалению, я взял абсолют 3, то есть я не проходил на республиканскую олимпиаду, надо было пойти в топ-2. Вот. Но мне сказали, что есть шанс, что я, возможно, пройду. И это было очень круто для меня. Я начал готовиться еще больше и больше. Я думал, что сейчас подготовлюсь и там, ну, выступил очень хорошо. И вот наступает март, и новости, которых я не хотел ожидать, приходят ко мне и говорят, что нет, я не прошел. Такое, это было жестко обидно. И как раз мой одноклассник прошел на республиканскую олимпиаду. То есть мой конкурент, как бы, с кем я все время соперничал. И он едет на олимпиаду, берет бронзу. Я такой, блин, я бы, наверное, тоже взял бы. И такое как-то было, типа, как-то радовался, и одновременно за себя обидно было, потому что я сам не прошел. Но я думал, что, я верил, что я тоже мог взять, ну, не хуже, чем он. И все лето я готовился, прям жестко готовился. Там, участвовал на каких-то камбах, пытался заниматься какими-то тренерами, пытался найти какие-то возможности, где можно прокачаться получше по олимпиаде. Наступает 10 класс, пишу областную олимпиаду. И вот, ну, беру топ-2, то есть, получается, я прохожу на респу. И вот как раз мой одноклассник, Ильдар, он заходит на апелляцию, поднимает баллы, и я становлюсь абсолют 3. Я такой, блин, короче, неужели я обратно не пройду на республиканской олимпиаде? Столько готовился, и обратно не прохожу. Я такой ходил где-то на стороне, блин, короче. Но при этом у нас уже были очень большие баллы, то есть не как в этом классе. Я отрыв огромный был. И проходит время, и мне говорят, что я прошел. Я такой, вау, короче, круто все, чики-пуки. И да, и вот, сейчас я прошел на республиканскую олимпиаду, было все круто. И тогда, уже, получается, в январе, в 10 классе, я поехал на Жадыгусскую олимпиаду. Ну, конечно, не официально, но это была моя первая международная олимпиада, где я смог попробовать себя. И с большими усилиями мне получилось взять место, хоть и не официально. Я был нереально рад, я уже почувствовал, что я могу даже на международной олимпиаде взять место. И вот наступала, уже приближалась март, приближалась республиканская олимпиада. Тогда я, ну, поехал на кампы в Россию, в ЗКШ. То есть я пытался максимально готовиться, все возможности использовать. Там тренироваться, там, может, с тренерами заниматься, на какие-то кампы ездить, в другие страны, может быть. Ну, как раз тогда все поехали в Москву, и я со всеми тоже поехал. С многими олимпиадчиками, которые поехали. Да, вот. Вот наступает март. Я участвовал на республиканской олимпиаде уже в 10 классе, это было в 17 году, да, в 17 году. Вот, ну, моя цель была это взять максимум серебро, то есть примерно топ-6, это потолок, и типа, взять серебро и войти в сборы. Вот. Получается, заканчивается первый день, я набираю, второй день пишу, ну, второй день я уже плохо написал, ну, относительно первого дня.
То есть намного меньше. Но второй день оказался. Да, блин, а, да, ладно, окей. Вот. Что заканчивается олимпиада. То есть на первый ряды прихожу, и там на стульях написаны наши имена. То есть на сиденьях. Ну, и уже понятно, что это типа за. Блин, кажется, такой кепин, да. Мне кажется, слишком типа не такая информация, да, которая нужна? Да. Да, окей. Вот. Ну, я чуть понял, что я взял золотую медаль. Вот. Это было очень круто. И тогда вот реально у меня началась олимпиадная карьера. Начал жестко готовиться уже, начал серьезно к всему относиться. Начал уже участвовать на международных олимпиадах и т.д. и т.п. И вот тогда меня взяли в сборную Казахстана. Вот. Так прошла моя вся школьная жизнь, да, почти. Вот. И до низ класса я так занимался. Потом я понял, что нам надо поступать в университет. Уже ближе к 11 классу. Тогда у меня же примерно, в то время у меня же примерно были гранты там, во многие казахстанские вузы. Вот, но я хотел попробовать себя в другом месте и решил подать за границу. Но тогда получилось так, что я опоздал на все дедлайны в 11 классе. И мне пришлось остаться еще на один год, чтобы... То есть я мог подать только в следующем году. И вот и мне пришлось... Ну, то есть я решил остаться еще на один год, пойти в 12 класс и... подготовиться и подать в вузы, ну, за границу. Вот сейчас учусь в 12 классе. Вот, да. Такие дела. Короче, вот. Моралься в басне такова, что надо чалить. Да, ты же.